Немного хотел поговорить с вами про угол наклона солнечной панели. Сейчас кое-что покажу вам. Так, секунду. Вот у нас солнце. Вот у нас панели. Получается, угол наклона вообще не на них. Он должен быть примерно вот такой вот горизонтальный. А он у нас почти что вертикальный. Если смотреть на градусы, сейчас я покажу примерно сколько градусов. Вот около 70 градусов у меня стоят панельки. Где-то так. И что я хочу показать. Смотрите, несмотря на то, что сейчас на улице жарко, если взять, прикоснуться к панелям, они еле-еле теплые. То есть рука не просто терпит, она может спокойно держать. И это показывает то, что панели не перегреваются. Я считаю, что лучше всего поставить солнечные батареи на зимний угол. То есть они как раз будут зимой вырабатывать максимально возможное напряжение и ток. Ну а летом не будут перегреваться. Летом и так у нас избыток солнца. То есть в солнечную погоду будет вполне нормально вырабатываться электричество. Нужно просто подбирать солнечные панели с учетом облачности и с учетом того, что будет пасмурная погода, то есть с запасом. Вот тогда у вас никаких проблем не будет и панели прослужат долго.